Посмотреть старые добрые мультфильмы можно прямо на улице. Детско-юношеский центр организовал традиционный, но весьма необычный телевизор. Сотрудники детско-юношеского центра каждый год стараются подарить междуреченцам новогоднее настроение. Уже второй год на проспекте Коммунистический Дюц ТВ транслирует советские новогодние мультфильмы. В прошлом году их показывали на тротуаре. В этом для удобства решили сделать большой телевизор. Ну и хотелось бы обратиться к горожанам нашего города, чтобы берегли фигуру, не ломали, и ребята тоже берегли, чтобы подольше простояло. Мультфильмы юные междуреченцы и их родители смогут смотреть до Нового года, а в период каникул для детей планируется показывать социальные ролики о безопасности.